От центра через Выю до Гальянки и обратно. 33-й маршрут – один из тех, на который вышли новые автобусы фирмы «Симаз». Руководство компании-перевозчиков пересаживает на новинки в первую очередь опытных и ответственных водителей. За рулем Бекзот Юлдашев. Он работает в Нижнем Тагиле уже почти 10 лет. Крутил баранку и на «Газелях», и на «Пазике». Ему есть чем сравнить новый транспорт. Намного комфортнее, удобнее для водителя. Там низкопольный сзади. Там инвалидов можно возить с коляской и мамочек. Еще водители говорят, что «Симаз» шумит меньше, чем «ПАЗ» и ездит шустрее. Для пассажиров в нем больше свободного места между сидениями. Администрация закупила 17 таких машин и 2 недели назад передала их городским транспортным компаниям в аренду. Они начали работать на маршрутах под номерами 14, 25, 25R, 26, 33, 34, 50, 55 и 56, связывая почти все отдаленные районы города между собой и с центром Нижнего Тагила. На нашу организацию мы получили 6 автобусов, которые ходят по маршрутам, вот именно городским, вот такие основные направления, это центр города, Гальянка, Тагилстрой. С субботы мы запустили эти автобусы, сейчас обкатываем, смотрим их, как они себя ведут на линии. Но сейчас хорошо, хоть снега нету, то есть получается дорожная обстановка более-менее такая нормальная, как бы, хоть не в зиму в саму, как бы, да, вот, когда вот эти навалы там или что-то еще. Покупка 17 автобусов «Симаз» обошлась муниципалитету в 107 миллионов рублей. Их приобрели в рамках национального проекта «Экология». По 6 автобусов взяли в аренду у администрации объединения «Союз-НТ» и «Тагилтранском». Еще 5 – фирма «ТАСС». Общественный транспорт прошел регистрацию в ГИБДД. Как сообщает пресс-служба администрации города, согласно оценке специалистов, потребность Нижнего Тагила в подобных автобусах составляет еще около 60 единиц.